Всех приветствую, мои дорогие! Сегодня с вами готовим закуску, которая готовится быстро и просто. Крабовые палочки нарезаем мелким кубиком. Крабовым палочкам добавляем яйцо, натертое на крупную терку, сыр, натертый на крупную терку, чеснок пропустили через чеснокодавку, майонез. Огурец нарежем тонко. Добавляем 1 чайную ложку начинки и сворачиваем в рулет. Если вам рецепт понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне очень будет приятно. Всем пока-пока!